Будучи уверенным, что в сейфе находится большая сумма денег, мужчина в маске и перчатках достал нож и, угрожая им сотруднице, жестко потребовал наличность. Увидев, что в сейфе почти нет денег, мужчина, не раздумывая, скрылся. И хотя он тщательно прятал лицо под маской, уже через несколько часов к нему пришли оперативники. Нынче задержанный изолирован от общества, он находится в статусе обвиняемого по тяжкой статье «Разбой».